Так, еще разок пройдемся по плану. Заходим, берем самое ценное и валим. Всем все понятно. А что мы делаем после того, как заходим? Работаем. Заработать и расслабленно пожить, чтобы зимовать в Таиланде или ездить в Геленджик, скромно завтракать в Париже, на закате паруса и костюмчик на престиже, и бриллианты на часах, рейсы частным самолетом, под подъездом лимузин, не идти же своим ходом за колбаской в магазин, если все и сразу хочешь, о проблемах позабыть, здесь так просто не заскочишь, нужно средства раздобыть. Что вам нужно от нас? Нам нужны все ваши знания. Чтобы сами прийти к успеху, сметая барьеры и помехи, за свои знания держись, прийти к успеху, сметая барьеры и помехи, за свои знания держись, учись.